Ноябрьский продолжается спартакиада среди структурных подразделений «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаза». Участие в ней принимают 13 команд. На этот раз спортивные баталии развернулись на волейбольной площадке. В упорной борьбе первое место завоевала команда аппарата управления. На второй позиции – ЦДНГ-1. Бронза – за ЦППН номер один. А команда ЦДНГ-8 была удостоена специального приза за волю к победе. Впереди еще мини-футбол, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, легкоатлетический кросс и пулевая стрельба.